Сегодня 10 июля 2017 года, вторник. Вот наши хлопцы работают. Я боюсь, что ты ему башку отрубишь, только не промахни мимо. Дальше туда не бери, дальше щурки. Что, непонятно о чем? Вот по этому концу и бей. Вот это Виталий бьет. А там Сергей Пупков, Виталий Калинников. Как-то ставят в шину, он ставит в эту шину, она не дает. Ну проси, так и проси, у него полно. Кто? Я буду просить. Я? Да. Но тебя не занимать наглости. Ты рубишь, главное, колешь, а я пришел, тяпки натащил, все поставил, определил, прибил объявление, приехал к вам посмотреть и должен узнать, где камера, покрышку тебе принести. У тебя шутки-то все такие. Я не говорил так. Для того, чтобы, говорится, ничего не делать. Так не годится. Ты можешь на полу ставить, ее на щурку-то незачем ставить. Поставь на пол ее, тут разбей. У тебя удар будет сильнее намного. Вот. Да можешь ее поставить, чтобы она упиралась в эту. В щурку-то она не будет туда падать. Все. И молоти со всей силы. Только знай, куда ударить. Где трещина? По трещине бей. Ну, гляди сам, давай. Ты видел, как Володя колет? Он просил у Бога талант колоть. О, скорее, только быстро ставь, обе рядом поставь. Другой ставь подальше маленько друг от друга. Оно упадет. Да к чурке наклонись с другой стороны. Ты тебе за раз ты все это сделаешь. Вот, а ты на пенек ставила. Зачем, непонятно. А там косить, видимо, траву на комбайне вот на этом ездят. Траву косят. Вот он. Это Терентий поехал. Ну еще батюшка вас не принимал. А кто это березовку поставил с хлебом? Это она батюшка угостил. Кого, вас? Ну да. А хлеб-то, пожалуй, можно не есть, дома поедите. Он огурчиков дал. Мы участники вашей работы. Через колун. Ну, слава Богу, работа пошла. Это для школы? Да. Для школы ходят. А школа где? Ну, вот этот у нас храм Святого Анфима, в честь Святого Анфима, епископа Никомедийского. Никомидия, Мидия. А то Никомедийского пишут, Никомедийский. Это единственный человек, вся община была, 32 тысячи человек, и все взошли на небо. Ни один не отрекся, все были сожжены. Хотя им представлялась возможность, жертва рядом лежала. Вот такая школа, другая половина этого храма. А тут был клуб когда-то, еще что-то тут, может, школа была попутно. Вот как, и когда выкладывали, интересно, на стенах выложили, как кресты. На крест похоже несколько. Кто бы сказал, что тут будет храм, будут люди молиться, будут митрополиты приезжать, епископы, посадили бы за эти слова. А вот так Бог делает. Не приедет род сей, как все сие будет. Род сей христианский, а не то поколение, которое было тогда. Как все тут озеро, пруд храмовый. Храмовый пруд, и теперь, ну вот нынче интересно, вот оградка какая, сами здесь сделал Андрей, как она на железных этих стоит. 406, что ли, штахетин.
сделан. А черемуха нынче? Нету черемухи, ни одной ягодки. А какие это выросли, как щечевица. Я пошел специально показать дорогу, куда поехал Терентий. Это Барабаша усадьба. Тут его техника. Сам он сегодня вторник. Молочники едут, торгуют по домам. Там знакомые где. А это вот, вот он пошел. Помаленьку тянет. Терентий сын закончил Алтайский государственный технический университет. Думает, земледелием занимается. Ну, маловато, еще 100 гектар прикупили. А в деревне не боятся там отравления атмосферы. А это вот машина его пожарная. Так, похоже, я понял. Бочка. Он ее приспособил, здесь что-то купил тоже. А приехал, ничего не было. Ничего. Жена, кажется, и ребенок. И второй. Он сейчас качает из этого озера, в котором воды не было. Воды не было совсем, сухо. Бульдозер ходил. Ну, до родников не докопали, родников нет, и поэтому надо драглайн. Повторяю, драглайн нужен. И он бы здесь укопал бы метров на 10 колодец, и все, вода была бы все время. Это нет. Это нет, вот комбайн. Это храм, в деревьях весь не видно. Вот какая история. Приехал, ничего нет, а сейчас этих у него старенькие, конечно, все комбайны. Несколько. Большой купили. СК-700 был. Трактор гусеничный. Не всегда он. Главное, Беларусь. Хороший новый был взят. Это его склады, 502 квадратных метра. Там все, ячмень, горох, все, что сеет, пшеница. Это ребята трудятся.